Привет выпускникам 2014 года! Сегодня мы расскажем вам о том, как будет проходить весенний бал в 2014 году. Я вам скажу по секрету, в этом году принимает участие в два раза больше участников, около 2500 выпускников, а также в два раза больше людей принимает участие в подготовке этого праздника. И сейчас мы вас познакомим с организаторами. Привет, выпускники 2014 года! Меня зовут Татья, я художественный руководитель арт-студии «Бродвей», которая уже успела прославиться своими самыми бесшабашными флешмобами на разных площадках города Оренбурга. И поэтому в этом году на весеннем балу мы занимаем вот эту огромную территорию между армянским и белорусскими подворьями. И здесь будет проходить грандиозный флешмоб. Тема весеннего бала 2014 – «Дружба народов». И в этом году мы решили не ограничиваться Россией и странами СНГ, а пойти и поехать далеко в Латинскую Америку. Для вас будут играть зажигательные латиноамериканские ритмы. Мы будем танцевать сальсу, бачату, меренги, зумбу и прочие танцы, о которых вы, может быть, даже еще и не слышали. Здесь будет хип-хоп, русские народные танцы и много всего интересного и крутого. Обещаю достаточно ветреную и прохладную погоду, но я гарантирую, что на этой площадке будет жарко. А потом мы все вместе танцующей толпой двинемся к фонтану, где мы будем танцевать самый зажигательный массовый флешмоб. Биги-диги-дим! Прямо здесь будет расположена аллея. Она будет длиться до самого фонтана, порядка 150 метров. На этой аллее будут расположены фотографии все ваши, которые вы уже отправили своим организаторам в школах. Также мы узнаем самые популярные имена, а еще самые популярные профессии. Кем же хотят стать наши выпускники 2014 года, вы узнаете только на празднике. Кстати говоря, в этом году построение начнется вот отсюда, от конца площадки с фонтаном. А что будет на самой площадке, нам расскажет Саша. Здесь будут работать профессиональные фотографы, и каждый из вас может найти себя в репортаже на geometria.ru. После фонтана не только одна площадка, а целых две. Напротив будет располагаться сцена, где самые прикольные музыкальные коллективы, те ребята из Оренбурга, которые умеют читать рэп и петь классные песни, будут выступать специально для вас. Именно здесь. Еще одна танцевальная площадка современной хореографии из школы-студии «Тодос» будет находиться прямо вот здесь. Привет, меня зовут Евгений, я хореограф-постановщик школы-студии танца «Тодос» Оренбург. В час дня я буду здесь ждать вас для того, чтобы вместе с вами покачать, увидеть исполнение современных хореографий в исполнении студийцев «Тодоса» города Оренбурга. После того, как мы вместе с вами покачаем, натанцуемся, услышим песню «Крылатые качели», после которой все вместе мы собираемся на площадке, на которой будет происходить флэш-дэнс. Флэш-дэнс – это новая фишка весеннего бала. Все дружно мы станцуем специальный танец. Мы его придумали. Видеоурок вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Нам очень нужна ваша поддержка, потому что сейчас этот танец изучают все сотрудники компании Уфанет. В этом танце в современной обработке есть народные элементы народных танцев. И все дружно мы его станцуем здесь, возле фонтана, после которого начнется построение на полонез. На самом деле танец очень простой, но вы сможете его выучить буквально за полчаса. А представьте, когда его будут танцевать 500, 600, 700, 800 тысяч человек. Прямая трансляция с нашего праздника будет идти на телеканале ЮТВ. Поэтому, если не все ваши родственники смогут прийти и посмотреть на вас вживую, скажите им, что есть телеканал ЮТВ, на котором все будет в прямом эфире. И вот мы подходим к главному месту действия праздника. Именно здесь 2500 выпускников станут в круги и будут танцевать сертаки, бранель и вальс.
В этом году у нас будет 2 вальса. После того, как пройдет официальный вальс, мы предложим всем участникам нашего танцевального флешмоба станцевать вальс, может быть, с родителями или с учителями, или с директорами школ, которых вы очень любите и уважаете. Ну а завершится все это действие самым нашим любимым делом, это запуском 3000 шаров и голубей, и запуском всего, чего возможно только в небо. Самое важное — это дождаться самой кульминации и конца праздника. Будет классно, я вам это обещаю. А еще по секрету, директоры всех школ тоже будут танцевать вальс прямо здесь, в центре этой площади. 24 мая. Час дня. Весенний бал 2014.